Приветствую вас, рыбоходники. Мы находимся в горнолыжном курорте Шерегеш. Я, конечно, понимаю, что у меня канал-то рыболовный, но один раз в год я хочу с вами поделиться нашими впечатлениями о нашей каталке на сноубордах. Сегодня у нас будут отличные катки, так что не пропустите наши видосы. Видео будет прикольное, постараюсь сделать, но часто я выкладывать видосы не буду, потому что у меня ноутбук, он вообще тупорылый, вот, очень долго загружается и тупит. После отпуска, как приеду, выложу все видеоролики, а там сделаю конкурс. Конкурс будет у меня в марте в моей группе, будет ссылка в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь. Так что будем кайфовать, кататься. Всем пока! Что, сегодня у нас первый день, погода благоволит к нам, снег вон пух нападал, снежинки продолжают лететь, волосатые и жирные, как я. Все, идем катать на гору, первый день. Сейчас мы сделали скатку под названием «Сектор Е». Сейчас мы сели на подъемник. Подъемники тоже «Сектора Е» и наверх на гору, практически на зеленую гору. Сейчас мы обратно будем спускаться. Там классный снег. Прикольно так, пухленько, еще не все раскатано. Трасса просто мягкая. Да, трасса вообще прям мягкая. Заветные места наши не тронуты.
что ж, на сегодня каталка закончилась. Еще один спуск. Погода хорошая, минус 10. Ветра практически нет внизу, наверху немножко дует, но не самый страшный для Геши. Поэтому первый день прошел на 5 с плюсом, я считаю. Все да. Нормально катнули, пухляк сегодня. В общем, довольны. Сейчас вот поднимаемся последний раз, делаем скатку в сторону дома, прямо до подъезда. Ну, шучу, конечно. Для подъезда. Миную такси. Прямо на кухню заезжаем. Сразу готовить суп. Сейчас домой приходим. У нас там копченые ребра, телятина алтайская. Готовим вкуснящий суп гороховый. Ну и будем кушать. Смотрите нас дальше. Дальше, я думаю, будет интереснее. Будет глубже. Да, будет. Будете вместе с нами углубляться, куда мы, туда и вы. Ну ладно, давайте.